Herzlich willkommen zurück hier ins Horschleif-Studio. Mein Name ist Michael Braun und ich darf heute durchs Programm begleiten. Ja, für uns ist der zweite Tag Horschleif eine echte Besonderheit. Und zwar haben wir dieses Mal internationales Publikum dabei in 4 Sprachen. Das heißt, alle Beiträge gibt es in Deutsch natürlich, in Englisch, in Russisch und in Französisch. Von dem her freue ich mich auch. Где мы будем тоже выбирать отдельные вопросы и обсуждать их. Еще одна информация для вас. Все доклады будут потом в конце доступны, то есть мы загрузим их на наши каналы, например, на YouTube. Наш первый доклад сегодня занимается темой максимальной эффективности азота, максимального питания и удобрения для растений. Я думаю, сегодня это очень актуально, если смотреть особенно на ситуацию с поставками и ценами на удобрения. Здесь тоже можно посмотреть тогда и задуматься, что можно сделать, чтобы получить как можно большую эффективность, какие еще можно использовать другие вещества, чтобы получить максимальную эффективность. Этим вопросом будет заниматься Адриан Урбан с фирмы Яра. Сейчас там господин Урбан работает в отрасли сельскохозяйственных подрядчиков. Раньше он также работал на этой фирме. И Адриан не только на теории знает все это, но также и на практике. Он сам, как сын фермера, сам занимался удобрениями и поэтому целенаправленно может это использовать для растений. Адриан, я рад твоему докладу, и потом будет интересная дискуссия. Михаэль, большое спасибо за это приветствие. Можно было бы подумать, что рынок сходит с ума. То, что касается доступности товаров, цен, пустые полки, определенные ограничения, повышение цен. То есть сейчас все это основные темы. Добрый день, меня зовут Адриан Урбан. На Яна отвечаю с этого года за развитие бизнеса сельскохозяйственных подрядчиков. До этого я работал консультантом в Баварии и Баден-Вюртемберг. Я вырос, как уже сказали, на ферме. Моя семья занималась также в округе Хайденхайм разведением свиней. Я после обучения в Вайнштефан пошел в промышленность, и в свое свободное время я очень люблю заниматься и практическим сельским хозяйством. Я рад сегодня на Horschleif рассказать вам о рынке удобрений и возможности повышения. Здесь разделяется мой доклад на 2 блока. Сначала речь пойдет о рынке удобрений и потом сама часть повышения эффективности и в конце выводы, и тогда будет еще небольшое обозрение дополнительных развитий в этом сегменте. С этого слайда я бы хотел показать года 19-20 и 20-21, сравнить их друг с другом. Здесь мы видим, что в общем количество азота на 7% в Германии понизилось с 19-20 года на 20-21 год. То есть количество азота понизилось на 7%, и если посмотреть на отдельные сегменты, например, мочевина здесь, то мы видим тоже значительное понижение. Это из-за законодательства. Мочевина – это сейчас у нас самый большой проигравшая часть на рынке на 20%. Тем не менее, если посмотреть НС, то есть азотные удобрения, здесь достаточное повышение за последние годы. Здесь это дальше стало продолжаться, здесь доли растут. Если посмотреть на протяжении нескольких лет это развитие, то мы видим средний уровень в 1,6 миллиона
миллионов тонн N, то есть азота. И с этого среднего уровня, исходя, мы за последние годы, с 2015 года, у нас скорее шло понижение этого уровня примерно на одну четверть, то есть на теперешний уровень. Здесь внизу посмотреть мы видим, как проходит линия кальция и фосфата. И здесь мы тоже видим за последние годы значительное понижение здесь у фосфата особенно. Как работает производство этого азотного удобрения? В Европе это исходное сырье – это газ. Газ используется, чтобы получить водород. И этот процесс требует много энергии. Здесь, в этом методе, тогда этот водород реагирует с азотом. Из воздуха превращается в аммоньяк, из аммоньяков кислоту, и это, соответственно, реагирует с пергамоном и, соответственно, в этом процессе выделяется CO2, углекислый газ, и он тоже может реагировать с аммоньяком в мочевину. То есть таким образом происходит это производство азота, и здесь важно носитель энергии и эти отработавшие газы, которые используются. И в Европе цены на эти отработавшие газы за последние месяцы с января-марта этого года сильно повысилась. Здесь мы видим средние ежемесячные значения, и эти колебания, они значительно больше, чем это видно на этой линии, то есть сейчас от 22 до 40 долларов США на единицу для этого газа. И сейчас на этой неделе эта цена была примерно 31 евро. В международном сравнении мы тоже видим повышение цен на газ, но это сильно сказывается для Европы. Например, если посмотреть на эту графику, тут мы видим разные страны. И в Европе у нас очень высокие цены на газ, потому что у нас нет регулированного рынка. То есть здесь, соответственно, спрос и предложение. По-другому это в Египте, где определяется цена на газ, и она не колеблется. Европейские производители конкурируют с другими, которые могут рассчитывать на более низкие цены на газ. То есть эти высокие расходы, которые на данный момент необходимы для удобрений, они не сильно зависят от этих цен на отработавшие газы, а это сильно связано, зависит от предложения и спроса. Европейская мочевина на данный момент такая дорогая, что для рынка она просто непривлекательна, эта цена. Давайте посмотрим на сельскохозяйственные продукты. Пшеница. Здесь у нас высокая цена на пшеницу, достаточно на высоком уровне. Это производство злаковых делает интересным для сельского хозяйства, то есть здесь можно зарабатывать на этом деньги. Здесь, соответственно, и инвестируются тогда деньги на удобрения, чтобы инвестировать в урожай, чтобы получить, соответственно, лучший урожай, лучшую эффективность. И это требует, соответственно, удобрений, и это, соответственно, повышает спрос на рынке удобрений. И это приводит к этим ценам на мочевину, то, что мы видим здесь на этом изображении. Здесь с января эти цены на удобрения идут в одном направлении, только наверх. Почему это так? Почему цены такие высокие? По всему миру у нас высокий спрос на мочевину.
Здесь также только в одной Индии необходимо 10 миллионов тонн этого вещества в год. В то же время у нас есть определенные ограничения по экспорту, будь то Россия, Китай или Турция. И также в Европе снижены производственные емкости. Что тоже следует учитывать в этом случае с европейской точки зрения, это достаточно низкий обменный курс, то есть евро по сравнению с долларом. Если посмотреть на минеральные удобрения и закупку их на мировом рынке, то это для нас достаточно дорого, потому что такой курс евро. Если энергия опускается, то это не обязательно означает, что цены на удобрения тоже падают, потому что на данный момент спрос — это решающий критерий. Производственные расходы, они немного понижают цену, но это не обязательно, они полностью связаны с ценой продаж. На данный момент спрос больше, чем предложение на мировом рынке. Есть разные факторы, влияющие на цену удобрений на мировом рынке. Посмотрим здесь эти цены на свободном рынке, как они выглядят. Здесь мы видим функцию предложения. Она повышается, чем, соответственно, больше предлагается. И функция спроса, и точка их пересечения образует этот баланс, это равновесие. То есть здесь это тогда покупаются. Здесь речь идет о таком рынке, как, например, для пшеницы или для сои. И влияние на этот баланс в марке, это сказывается в сельскохозяйственной части, это, соответственно, погода, погодные условия сказываются на урожае, но также и международные рынки. Давайте посмотрим расходы на энергию и цены на газ. Здесь, соответственно, спрос тоже большой. Сейчас емкости у нас немного понижены, потребность стала выше к зиме, конъюнктура мировая немного поднялась, то есть спрос у нас опять поднялся, и поставки приходится ждать, потому что производительность этих стран, которые подают нам газ, они так просто не поднимается. И здесь к тому же еще добавляется еще один фактор – это транспортировочные пути. Это тоже один важный пункт, поскольку мало транспортировочных путей в Европу, потому что Европа импортирует минеральные удобрения. Здесь посмотреть для калия у нас примерно 15%, фосфат примерно треть, и азот одну треть нам необходимо импортировать. То есть Европа импортирует это удобрение, и здесь нам, соответственно, нужно тоже покрывать каким-то образом мировой рынок. И эти удобрения, которые импортируются, их нужно как-то и перевозить. И если здесь посмотреть, как шло развитие этих грузов, здесь на примере из Египта во Францию на кораблях морским путем, здесь мы видим в августе большой скачок цен, и это в силе не только для кораблей, для морских перевозок, где цена поднялась почти в два раза за полгода, но это в силе также и для грузовиков и внутренних перевозок по внутренним водоемам, по рекам. То есть здесь у нас меньше возможностей для перевозок, сейчас меньше транспортируется, и из-за этого поставки сейчас у нас немного не успевают. Как это все сказывается и как это будет дальше, достаточно сложно сказать. Мы думаем, что первая партия уже прошла, это необходимо для первое время для поставки. Сейчас, конечно, интересно, как все это будет развиваться в будущем. И здесь я выбрал такую графику с ноября. Здесь мы видим
баланс мочевины, как все это выглядит. И здесь достаточно хорошо видно из-за того, что, то есть по информации, имеющейся у нас в распоряжении, мы видим, что у нас спрос в последующие месяцы будет еще повышаться. То есть первый квартал 2022 года будет характеризоваться излишним или очень высоким спросом. И мы думаем, что со второго квартала, то есть с апреля, может быть, что у нас будет больше товара тогда. Но нужно сказать, что в апреле тогда уже эта подача удобрений будет завершена. И чем дальше смотреть в будущее, тем сложнее оценить эту ситуацию. Но на данный момент, в краткосрочной перспективе, мы видим так, что со стороны спроса у нас сейчас больше спроса, чем предложения. И тем самым часто возникает такой вопрос, имеет ли смысл вообще это удобрение при таких высоких ценах. И поэтому мы сделали такой примерный расчет в качестве примера, то есть что значит у нас экономия 20% азота для пшеницы. И как базу здесь мы взяли 118 тестов повышения азота, которые проводились с 10 по 19 год. Здесь у нас был вариант на 100%, сравнивался с минус 20% вариантом. Расчет этот выглядит следующим образом. Предположим, у нас цена на пшеницу 22 евро на децитонну. Я думаю, сейчас цена гораздо выше. В соотношении к этим посмотреть цена удобрения 170 евро на децитонну. И сейчас просто посмотрим, сейчас селитру дешевле не купить, и сейчас просто посмотрим сравнение. 93,2 децитонны за гектар мы получаем урожай. Эти варианты в сравнении с этим с минус 20% азота, у нас примерно на 5 децитон меньше тогда урожай. 100% достаточно высокая урожайность, 93,2 децитонны и минус 20%. 88,5 значения. Теперь расходы на удобрение 170 евро где-то. То есть здесь можно, конечно, немного сэкономить, но важно просто, как будет продаваться пшеница. И здесь мы видим, что примерно 100 евро разница между обоими вариантами. То есть если здесь вычесть эти расходы на удобрение, то мы видим, что при этих условиях не имеет смысла ограничивать удобрение азотом, потому что в 100% варианте урожайность будет еще на 100 больше, чем в этом пониженном результате. Это означает просто, что удобрение имеет смысл, и только когда цена на селитру повысится больше 80 евро, тогда в этом примере будет иметь смысл делать это понижение удобрения на 20%. Тогда обобщим это. В рынке растет доля удобрений, серных удобрений, цены на энергию в Европе на очень высоком уровне, цены на энергию, но на данный момент не являются причиной этой ситуации на рынке с азотовым, с азотом, потому что в странах, где цены на азот такая же, там более низкие цены на газ. То есть в данном момент в
ценах, с низкими ценами на газ, все равно высокие цены на минеральные удобрения. На данный момент в Германии достаточно низкий уровень поставок. Эти N-удобрения, как показывали наши расчеты сейчас, с экономической точки зрения эффективны. Цены на сельскохозяйственные продукты высокие, и в будущем ожидаются высокие цены, что приведет к высокому спросу на удобрения. У производителей мы видим низкие запасы на данный момент, и спрос, превышение спроса, по крайней мере, в следующие месяцы у нас будет сохраняться. Все это в общем и целом, можно сказать, является причиной того, что Яра рекомендует разделять это использование минеральных удобрений по возможности на четыре части. То есть первую партию необходимо покупать летом перед урожаем. Если посмотреть на последние 10 лет, то в среднем всегда это было правильно заранее покупать минеральные удобрения и по возможности хранить у себя на предприятии, чтобы потом можно было его использовать по необходимости и быть независимым от подъема цен. То, что было еще 10 лет назад. И остальную часть тогда удобрений покупать зимой или весной, чтобы не было риска того, что точно так же, как и на рынке, для пшеницы, то есть ставить не на одну карту все, а на разные. Тогда перейдем дальше к нашей специфической части, а именно N-эффективность благодаря сбалансированному питанию растений. Как повысить эту эффективность? В Германии зимняя пшеница – очень важная культура, и урожай, и качество пшеницы сильно зависят от удобрений. Я думаю, для фермеров это очень важно, и также это будет и в последующие годы. Что здесь важно? Здесь я показал такое испытание, тест, то, что касается серных удобрений. Здесь мы видим, шло удобрение сернистым водородом. Здесь достаточно хорошие были урожаи, 89 дециторн. Я думаю, это достаточно хорошо. Но, тем не менее, если посмотреть, если давать удобрения с азотом и серой, то, соответственно, повышается тогда урожайность уже значительно. Здесь мы видим при том же самом количестве азота. Если дальше повышается количество серы и дальше подаются такие удобрения, то мы видим, это очень положительно сказывается на протеинах, то есть, соответственно, содержание протеинов может повышаться тогда. С чем это связано? Сера образует протеины, сера участвует в энзиматических процессах, и если не хватает серы, то тогда азот не может преобразовываться, в белок. Важно для начала вегетации это удобрение серой, то есть сера в виде сульфата – это единственная форма, когда растения могут воспринимать это, и это тогда мобильно в почве, то есть это анион с отрицательным зарядом и, соответственно, может вымываться в течение зимы. Когда зимой будет достаточно осадков, тогда, соответственно, эта сера переносится в нижние части и новые молодые растения не могут получать тогда серу для вегетации. Но использование серы, этих удобрений происходит при более высоких температурах. Поэтому для начала вегетации важно удобрение сульфата и серы. Когда я работал консультантом, я участвовал тоже в разных испытаниях, в разных тестах. Здесь фотография такого теста. Здесь мы видим, здесь одна часть была
без удобрения, выглядит не очень-то хорошо. Слева было с азотом, с азотным удобрением. И здесь мы видим, гуще идут растения, также и цвет лучше, но не совсем оптимально, особенно если посмотреть вправо. Единственное отличие, то же самое отличие количества азота, но еще и серы, сульфан. И я думаю, что это очень важный фактор для успеха, но не только это мы потом еще увидим. Какие стратегии удобрений приводят к успеху? Первая подача удобрений должна быть достаточно рано и достаточно высокой дозировки в зависимости от места расположения, чтобы получить быстрый старт. 10-15 килограмм сульфата серы к первой подаче. Могут подаваться к первой подаче, но существует также разная информация, что и разделение этих удобрений тоже имеет смысл, то есть также и позже подавать эти удобрения дополнительно тоже повышает качество. Что часто мы видим на практике, что эта первая подача удобрений делается слишком поздно. Последнюю подачу делать не слишком поздно. То есть это должно быть где-то на 37-39 для максимального получения эффективности удобрений. Позже подача удобрений приводит к тому, что больше азота преобразуется в протеины. Но чтобы больше была эффективность, поэтому, то есть, нужно подавать удобрения в зависимости от урожая, то есть не только в зависимости от цен, но когда это больше необходимо. Высокая эффективность также для при засухе и при поздних подачах удобрений необходим нитрат. Он тогда хорошо, тогда тоже принимается почвой, но не откладывается там. То есть, как я уже сказал, основное внимание должно даваться урожаю, а не высокому содержанию белка, например, или ценам. Разделение подачи удобрений – это тоже основное наша задача – активное действие. В Гренландии то же самое, что Гренланд то же самое, комбинация идет SEN удобрений, необходимы для сохранения живых и урожайных полей и слабые поля, которые не оптимально вышли с поля, они потом еще весной могут дальше подниматься благодаря удобрениям. Сера играет не только важную роль для пшеницы, для зерновых, но также и для сахарной свеклы, для кукурузы, для рапса. Это будет тоже потом. И здесь у меня показано в таблице, в зависимости от разных культур. Важно, всем культурам необходима сера. И недавно появилось здесь небольшое такое препятствие, а именно эта декларация. Здесь необходимость, необходимости этого удобрения указана в этой формуле S. То есть, если рапсу нужно 40 килограмм S, то тогда это идет формула элемента, а не приоксида серы, который все чаще встречается в декларациях минеральных удобрений. То есть, внимание, если в декларации идет S03, то всегда это нужно умножать на коэффициент 0,4. С нашей фирмы Yara уже 25 лет существует этот классическое удобрение Yara Bella Sulfat с кальцием и серой для оптимального питания культур. Тогда перейдем к очень важной культуре в Германии тоже, кукуруза.
И то, что касается кукурузы, здесь часто тоже развозится навоз еще до высеивания и используют этот стандартный метод. И на практике существует несколько вещей, которые следует учитывать. Здесь речь идет не только о фосфоре и азоте, с одной, другой стороны, но и существуют другие питательные вещества для кукурузы, фосфор особенно. Потому что молодые растения сами мало производят этого фосфата, и этот фосфат важен как раз для молодых растений, для развития корней. И фосфат сейчас у нас немного ограничен, и поэтому важны такие вещества, как бор. Бор поддерживает молодые растения, поддерживает рост молодых растений, а фосфат может потребляться только непосредственно на корни, он неподвижный, немобильный, и бор относится поэтому тоже к нашим удобрениям, к важным удобрениям, чтобы также использовался и фосфат растениями. Важно также использование и С, когда, потому что когда достаточно цинка, только тогда может использоваться. Рост кукурузы стимулироваться для деления клеток и устойчивости к стрессу. Оптимально необходимо давать цинк. Бор. Тут существует еще один момент. Это плодородность, потому что если недостаточно для початков бора, то это важно для синтеза клеточных стенок и также транспорта ассимилятов. Итак, бор — это лучше всего вносить под сам посев. Существуют также микроэлементы для развития листов. Особенно в ранней фазе, в начальной фазе развития, очень важна сера. Она хоть и есть, но она недостаточно доступна, потому что из органически связанной серы только потом идет забор. И если мы хотим увеличить эффективность, то в случае кукурузы, особенно в начальной стадии, важно, чтобы была водорастворимая сера. Ну, зависит от минерализации из почвы, потому что когда у нас теплые температуры, потому что тогда высвобождается сера, и это может пойти очень серьезно на пользу. И поэтому нужно вот на старт дачи серы давать, обращать внимание. Еще одно питательное вещество – это магний, особенно летом такое. Все, что зеленое, это все хлорофилл. А центральный атом хлорофилла – это как раз магний. Магний участвует в синтезе белков, крахмала. Он является активатором многих ферментов. И, как мы уже говорили, вот это удобрение при высеве кукурузы, где биогаз или фекалиями удобрение, то тогда магний существует антагонизм, и тогда может плохо всасывать магний. И это идет тогда, даем магниевое удобрение для того, чтобы этот антагонизм каким-то образом был скомпенсирован. Высокие дачи калия нужно сбалансировать дачей магниевых удобрений для того, чтобы рост был оптимальный. Вот так ситуация может быть выглядеть, когда недостаток, но это, конечно, экстремальный пример, недостаток магния. Корни, на рост корней положительно влияет бор. Если нет достаточно цинка, то тогда мы видим на листе такие полосы и ухудшение роста. Теперь точность – это очень важно, особенно когда низкий. Вот Ульрих Лоссе из Нинбурга провел опыты.
были такие достаточные колебания, это красная линия, а вот когда синяя линия — это дача Бора, несмотря на то, что это очень высокая такая ценная была смесь, но это приводит к очень большим колебаниям. И, то есть на Праксисе некоторые растения больше получают, слишком много этих элементов, а некоторые слишком мало. И поэтому вот эти неточности при даче азота, это еще более или менее можно принять. А вот где микроэлементы, бор, тут было недостаточно. Поэтому из дозировочного устройства вот это, нужно пневматическим образом, чтобы из почвы брать. Вот здесь мы видим сравнение. Это без внесения удобрений под посевное ложе и с таким внесением. Вот такая ситуация. Ну что ж, раз мы уже говорим о теме эффективность, азотная эффективность, то вот такая вот тонна Либига, где есть минимальные количество питательных веществ, которые ограничивают урожайность. Но не только эти вещества могут ограничивать урожайность, такие, например, как цинк, но и обработка почвы, выбор средств защиты растений — это тоже очень важные такие шестереночки, факторы, которые взаимодействуют друг с другом и могут затормозить азотную эффективность. То есть в целом разные факторы комбинируются друг с другом, и микроэлементы — это только один небольшой фактор, на который нужно обращать внимание. И вот здесь я привел недостаток микроэлементов. Зеленым — это те питательные вещества, которые при нормальных условиях нужно на всякий случай давать в виде удобрения. Магний, цинк, а сахарной свекле нужно еще магний. У рапса тут все то же самое. Бор — это стандарт в рапсе, но существуют еще предприятия, которые не смотрят на магний. И если мы посмотрим, где, когда вещества не хватает, то магний оказывается очень важным веществом. Кукуруза, как я уже говорил, бор и цинк играют очень-очень важную роль как раз на ранних стадиях. И вот здесь комбинация с внесением под посевное ложе рекомендуется. Микроэлементы, речь идет не об абсолютном содержании в почве, а скорее речь идет о доступности. И существуют факторы, например, значение pH, которое может отрицательно или положительно влиять на доступность микроэлементов. Но существует один фактор, который все больше играет роль, а именно это сухость, которая уменьшает доступность вот этих приведенных здесь микроэлементов – бор, медь, магний, цинк. Когда сухость, то у растения проблемы забирать эти вещества, и поэтому рекомендуется в качестве профилактики на всякий случай перед тем, как наступает такая ситуация стресса, обеспечивать растения вот этими микроэлементами для того, чтобы они лучше смогли справляться со стрессовой ситуацией. Микроэлементы играют также решающую роль в способности растения давать иммунный ответ. Этот иммунный ответ у растений лучше, когда сбалансированное питание. Вот, например, синтез лигнина, это в целлюлозе, при достаточном количестве меди проходит процесс, более стабильный процесс, и поэтому против насекомых и грибков у растения больше сил. Поэтому медь здесь влияет положительно. Стабильность клеточной стенки. Помимо кальция, очень важную роль еще играет бор. Бор — это можно себе представить как арматура в бетоне. Супероксид дисмутазы, СОД, они важны для детоксикации растения. Это очень важный компонент. Медь, магний и цинк — это процессы детоксикации в растении. Они способствуют этим процессам, эти три элемента. И целостность.
Оно предотвращает выход ассимилированных веществ из клетки. Здесь бор и цинк играют решающую роль. Здоровое растение намного лучше может метаболизировать азот по сравнению с растением, у которого есть только хотя бы нехватка одного элемента. В случае всех культур здесь нужно всегда смотреть, какие питательные вещества играют решающую роль, и добавлять их, а не только фиксироваться на азоте. Ну что ж, сейчас подведем итог и посмотрим в будущее. Первая дача, то есть сера, удобрение физически лучше всего вот здесь, чтобы быть гибким и получать преимущества. Минеральные удобрения по возможности закупать в разные сроки, в разные моменты времени, для того, чтобы распределить риск. Первая часть, насколько их больше, большая часть до того нужно купить. Азотные удобрения, они экономичны в существующих условиях сегодня. По всему миру спрос на удобрения высокий. В ближайшие месяцы это будет увеличение и преобладание спроса. Теперь перейдем к фактическим вещам. Регулировать подачу серу и маленькие такие для юстировки, это микроэлементы, чтобы улучшать сопротивляемость растений вредным факторам. Внесение под посевное ложе на кукурузе должно быть вместе с однозеренным товаром вводить. И при этом тут не нужно слишком много давать, 30-40 килограмм азота до 40 килограмм фосфата для оптимальных начальных условий. Распределение внесения удобрений. Это нужно очень активно пополнять свои запасы, чтобы была возможность реагировать. Теперь пшеница и луга. Здесь минеральные удобрения не нужно экономить. Есть культуры, которые могут с меньшим количеством азота обходиться. Это сахарная свекла или кукуруза, там, что у них летом они растут, когда минерализация довольно высокая. Здесь можно сэкономить азот. Или, к примеру, рожь, овес — это такие культуры, где, скорее, можно сказать, можно немножечко снизить. А в случае рапса, если меньше азота, то будет меньше урожайность. Содержание масла коррелирует скорее с ее больше, когда азотных удобрений меньше. Теперь есть такие дурацкие предложения за очень дешевую цену, но платите авансом. Вот здесь осторожно. А теперь в качестве перспективы на будущее я хочу кое-что сказать о CO2-нейтральных аммонии, нитратов аммиака. Тема изменения климата, выброс CO2, а минеральные удобрения – это очень такой энергозатратный сегмент. И я хочу сказать, что природный газ, он нужен для производства водорода, для того, чтобы пока напрямую при помощи электролиза его производить. Он требует электрической энергии, но ее можно из солнечных батарей или ветрогенераторов получать. Но и это тогда вот этот водород при помощи метода Хабер-Боша можно превращать в аммиак. А аммиак является базовым веществом для нитрат-аммониевых удобрений. Когда будет зеленый водород производиться, и Яра сейчас интенсивно над этим работает, у нас уже есть пилотные установки, где мы делаем зеленые удобрения, и тогда в производстве нет выброса CO2, и производство мочевины таким образом затрудняется, потому что CO2 — это углекислый газ, является источником для синтеза этого удобрения. Ну и хочу закончить я свой доклад цитатой из Михаила Рихтера: что остается, это изменение. То, что меняется, то остается.
А кто дальше хочет со мной еще дальше общаться или получить информацию по поводу рынка удобрений, то, пожалуйста, в Инстаграме вот под этим адресом «Консультация по удобрениям Адриан». И большое вам спасибо. Да, Адриан, большое спасибо. Я думаю, что твой доклад очень хорошо показывает сложность и такую двойное пространство этих вещей, потому что, с одной стороны, сложность, когда речь идет о том, чтобы оптимально питать растений, существуют разные в разные фазы, влажная фаза, сухая фаза. В любом случае, твой доклад... Так, есть вопросы в чате, и вот мы выбрали оттуда парочку вопросов, и хочу начать с самых интересных вопросов. Поэтому посмотрим, речь идет о теме, а как же все-таки сейчас работать на таком рынке удобрений? Конкретный вопрос – стратегия закупок. То есть если еще нет удобрений, вот как краткосрочные стратегии закупки на ближайший год, как бы ты на это смотрел, как бы ты это делал? Ну, здесь давать рекомендацию, конечно, трудно, потому что мы сейчас вот на самом высоком уровне за все время. Я просто рекомендую просчитать вот все этот метод и посмотреть, окупается или в каком объеме окупается внесение удобрений и в какой мере их можно уменьшить. Если вообще еще нет на предприятии удобрений, то мне кажется, что довольно правильно что-то уже закупить, потому что кто сейчас в Яре закупается, нужно какое-то время. И пока мы доставим, будет январь. То есть чего еще ждать, если в феврале уже начинается новый сезон удобрений. Если у кого сейчас вообще нет удобрений, то это, конечно, риск. И здесь я бы рекомендовал подумать о том, чтобы что-то купить, даже если цены высокие. Но перспективы здесь очень трудно дать прогноз. Но еще какое-то время есть до начала внесения удобрений. Но в своем заключении ты хорошо сказал, что в озимых там очень трудно как-то нажать на тормоза, там нужно активировать посевы, чтобы все пошло вверх. И то же самое вот тема доступности, уже о ней немножко сказал. Если я сегодня заказываю, то вообще реальные сроки какие? Там в феврале, в конце февраля, в начале марта первый раз давать? Ну, мы видим, что склады не так хорошо заполнены, как в прошлые годы, поэтому я не могу сказать, нельзя сказать, что их как бы нету, удобрений. Товар есть, но, может быть, не всегда есть конкретно сорт, который хочешь. Иногда, может быть, нужно идти на компромисс, но решающий момент сейчас, что готов платить цену, которая на данный момент на азотные удобрения, да и вообще на все виды удобрений. Пойдем сейчас еще на первую дачу удобрений. Вот вопрос. Вот эти все больше веганские, так называемые, удобрения становятся все более популярными. Как бы ты, к примеру, вот ХТК, это высушенный навоз от кур, как бы ты на них посмотрел? И второй вопрос. Насколько нужно эти вещи сопровождать минеральными удобрениями, и что тут в плане эффекта? Ну, за счет современного, конечно, да, развития органические удобрения, их роль увеличивается, и многие предприятия считают, ну хорошо, да, мы тогда будем больше такие удобрения, например, вот навоз от кур. Ну, тут всегда нужно понимать ограничения. Вначале органические удобрения, у них просто такой пробел в их воздействии, потому что они действуют не так быстро. Это элемент там азот, он органически связан, его нужно сначала минерализовать. И вот в течение вегетации начинается его эффект. При некоторых культурах, например, кукуруза, намного лучше органические удобрения. А вот противоположный, например, рапс, там органические удобрения весной не очень интересны, потому что пока вся эта динамика разовьется, то
рапс уже закончит с всасыванием азота, поэтому быстро действующие минеральные удобрения и минеральные удобрения с определенным количеством нитратов, у них преимущество, и в зависимости от региона, холодные и так далее, вот там, где старт дачи нитратов важна. А в более теплых регионах, там, естественно, вполне можно, когда этот рост, там можно и органические удобрения, или более медленные усваиваемые удобрения применять. Но в среднем, в целом, вот адаптированная первая дача минеральных удобрений ничем заменить нельзя. Может быть, дальше сейчас пройдем, если вот у меня предприятие, смотрю на разные культуры в плане органических удобрений. Ну хорошо, озимые, допустим, вначале давать нет, а вот другие культуры, кукуруза, которая позже уже может воспринимать большое количество питательных веществ, или подсолнечек, если вот здесь дать рекомендацию, как ты считаешь? Да, обязательно нужно всегда смотреть, что у меня за культура и как я в этой культуре могу, вот те, что у меня сейчас на предприятии есть минеральные, органические удобрения, как их оптимально применять. И существуют культуры, которые вполне справляются и с недостатком азота. А есть, ну, например, если качественная пшеница, то там мало что можно сделать с органикой. Но, например, в начале это очень трудно, и особенно, чтобы достичь качества, вот здесь нужна определенная доля минеральных удобрений. Нужно просто конкретно смотреть пшеницу, которую сейчас посадили, нужно ее удобрить, и в определенной степени летом можно реагировать и, может быть, посадить культуру, которая может справляться и при меньшем количестве азота. С весенних культур из Франции вопрос. Вот там, где прямой посев много применяется. И вопрос такой, что последнее, конечное азот в мае, разделить его или одним разом? Вот как ты считаешь? Ну, в любом случае я делал бы внесение под посевное ложе, потому что условия такие, динамика фосфора несколько ограничена. Почвы немножечко плотнее, развитие корней трудно, и доступность фосфора, но соотносится также с температурой почвы. При более высоких температурах лучше снабжение фосфором, значит, подпосевное ложе с азотом и фосфат к хорошему, чтобы был хороший старт. Но здесь нельзя слишком много давать удобрений, потому что тогда растения начинают лениться, может приводить к ожогам, особенно если техника и расстояние не оптимально выдерживаются, то есть 5 сантиметров или внутрь, или в бок, в глубину и в бок, то есть не очень высоко давать, и тогда я бы своевременно делал бы вот на головку удобрения. Нужно же в кукурузе тоже внимательно относиться, потому что могут быть ожоги. И когда прямой высев, тоже нужно аккуратно, потому что там удобрение не будет. Также нужно смотреть на возможности потери. Неважно, там мочевина без ингибитором уреазы, всегда существуют потери аммиака, и их нужно каким-то образом немного компенсировать. Вот на это нужно обращать внимание. И под подсевное ложе я бы дал какую-то часть азота, а остальное по площади. Но можно подумать о методах внесения, инъецирования минеральных удобрений в комбинации с вспашкой. Например, тут пропашка. Есть разные возможности для того, чтобы увеличить эффективность. Но ты видишь какие-то доли, например, 30% под посевное ложе, а 70% на площадь, или какие пропорции? Нет, максимально 40 килограмм под посевное ложе. Это что уже, четверть потребности кукурузы. А теперь поговорим немножко о микроэлементах. То есть от килограмм на гектар мы идем в зону граммы на гектар. Ты сказал,
о том, что вот эти подвод питательных веществ, возьмем злаковые, каковы микроэлементы, нехватка их, вот на первом месте нехватка каких элементов? Это очень, да, спасибо, это хорошее вот такое ключевое слово, анализ растений, и вот здесь можно выявить и визуализировать нехватку микроэлементов. Ну, часто вот через лист даются удобрения, там, и мы видим даже оптически, что это проще, но что забывается часто, это медь и цинк. Если речь идет о злаках, то я бы особенно обратил внимание на медь, магний и цинк, и в очень небольших количествах также бор важен у злаков, особенно что касается их фертильности. А время, если мы берем пшеницу, то как ты считаешь, когда лучше всего? В принципе, незадолго до начала массового прироста, то есть в начале, когда идут побеги, лучше всего вот эти листовые удобрения для листьев давать, стадия почек, магний, медь, немножко можно бор, а вот на зиму, чтобы устойчивость увеличить, может быть, в совокупности с гербицидами, то вегетации магний, медь увеличить и в основной стадии роста, от стадии почки до мелких листов. Вот это самое эффективное у пшеницы. Теперь, если мы поговорим о сухости, то хоть мы всегда и надеемся, что когда-то пойдет дождь, но все-таки надежда остается надеждой. Есть ли смысл микроэлементы во время сухой фазы подавать, или это скорее будет нагрузкой для растения? Вот здесь все зависит от того, в какой форме. Если у растения уже стресс от сухости, плюс еще идет соль на листья, и, может быть, еще днем, когда низкая влажность воздуха и высокая температура, то это, конечно, не нужно. А если у растения недостаток микроэлементов, то это всегда уже стресс. То есть всегда нужно растение давать профилактическим образом на лист. А если этот меньше стресса дает формулированные удобрения, которые сделаны по их формуле, по рецептуре. То есть важно, в какой форме дается удобрение. Большое спасибо за ответы на вопросы. Я думаю, ты видишь на основании вопроса, что тема очень наших слушателей и зрителей интересует. С моей стороны, большое спасибо за интересный доклад, за интересное обсуждение. И я думаю, что мы еще могли бы запросто полчаса еще говорить, но, конечно, нужно смотреть на расписание, поэтому я очень рад через парочку минут снова сюда вернуться в студию, где у нас будет следующий докладчик.